Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет новинка из 8-го каталога компании Oriflame, и прямо на последней странице целый разворот посвящен шикарным лакам из серии The One, лаком для ногтей, конечно же, из серии The One, и этот лак чем уникален? То, что он высыхает буквально за 60 секунд, дает сразу плотное, ровное покрытие и ухаживает за ногтями, потому что содержит масла. Кокосовое, ореховое масло и гликолевую кислоту. Поэтому нам нужно срочно с вами попробовать все цвета. И у нас выпала такая уникальная возможность сделать это до того, как выйдет каталог Oriflame. И чтобы мы могли с вами определиться, какие лаки закажем на лето. Ну что, приступаем к тестированию. Всего представлено 20 оттенков, от самых светлых до темных. И мы начнем тестирование с первого лака, самого светлого. Это молочно-розовый, код 355-55. Что я отмечаю, что сразу мне нравится. 8 мл объем и очень классная кисточка. Моя любимая кисточка, именно такая удобная по форме. Я не буду показывать на ногтях, я буду вам показывать цвета на бумаге. И вот так вот близко в камеру, чтобы вы увидели, какой красивый цвет. И буду красить вот прям под каждым лаком, чтобы посмотреть, насколько соответствует картинка в каталоге с тем, как будет вот действительно лак выглядеть. Ой, такая большая капля, даже красиво. Светлые лаки всегда нужно носить 2-3 слоя, не экономьте, потому что они будут смотреться намного красивее, нежели просто проведем один раз. Может остаться какой-то просвет, ногти будет где-то видно, неровность, поэтому не экономьте. Следующий оттенок теплый беж, 355-56 его код. Он уже более насыщенный цвет, такой красивучий. Обычно такие лаки очень популярны среди женщин, кто работает в офисах, в больницах, потому что нельзя ногти делать яркими, а делать такими более светлыми. Следующий оттенок, ну вот во флаконе очень красиво смотрится, цветущий клевер. Так, с перламутром. Его код 355-57. Вот про такие вещи я обычно говорю, любовь с первого взгляда. Этот цвет мне очень нравится, я люблю такие оттенки. Следующий, горная лаванда. 355-58 его цвет, название. И посмотрим, какой у него цвет. Видите, какая кисточка хорошая. То есть я вот так просто провожу один раз, и сразу вырисовывается прям форма ногтя. Поэтому даже если у вас нет большого опыта в окрашивании ногтей, вы справитесь с этой кисточкой однозначно. Следующий цвет соленый прибой, 355-59. Тоже красивый, перламутровый, но он, скорее всего, будет очень прозрачный. Поэтому имейте в виду, что его нужно будет красить много слоев. Либо, кстати, такой лак можно использовать поверх какого-то светлого лака. А может даже не светлого. Можно экспериментировать и придумывать свои сочетания оттенков. Следующий, нежная мята, 355-60. Этот уже матовый оттенок, более плотный. И подобный цвет у нас уже был в серии The One. Я его заказывала. Такой приятный оттенок, то что я его обязательно буду повторять. Следующая бирюзовая волна, 355-61. Такой богатый, насыщенный оттенок. Смотрим, что будет на бумаге. Конечно, на ногтях все равно будет немножко по-другому, но все равно понятно уже, что будет получаться. Смотрите, как здорово. Вау, он переливается зеленым, синим, то есть здесь желтые оттенки я даже вижу, такие золотистые вкрапления. Красивый цвет. Следующий, сияющая индиго, 355-62. Тоже перламутровый, в синих оттенках. Кто любит такие цвета, они достаточно экстравагантные и красиво смотрятся, если что-то есть похожее в одежде такого оттенка или в аксессуарах, тогда это будет классно смотреться. Следующий томный бордо, 355-70. Тоже люблю такие оттенки. Ох, какая большая капелька.
красиво. Очень красиво. Так, уже почти половина. Ночная орхидея. Его код 355-64. Тоже, смотрите, плотный цвет, достаточно будет один раз просто покрыть ногти для того, чтобы получился эффект уже завершенный. Следующий оттенок 355-65. Волнующая фуксия. Да, действительно, взволнует такой оттенок кого угодно. Такой яркий, вау! Но для лета действительно класс. Представляете, если ногти ухоженные, обработанные, как это будет круто выглядеть. А вот следующий оттенок 355-66 у нас отсутствует, и мы сразу переходим к арбузному соку 355-67. Аккуратненько. А что я сразу замечаю? Цвет прям такой коралловый. Вау, супер оттенок. Кстати, я думала, что он будет более прозрачный, а он оказался тоже таким классно. Аж прямо в глаза разбегаются. Интересно, что закажете вы себе. Следующий оттенок красный мак. Его код 355-68. Так, пробуем. Ух ты! Красивый, яркий, сочный, экстравагантный. Дальше. Рубиновый красный. Его код 355-69. Пробуем рубиновый красный. Слушайте, это просто восторг. Просто восторг. Какая красота. Следующий ягодный десерт. И он прям такой фиолетовый. 355-63. Классный оттенок. И я очень люблю все лаки в фиолетовых тонах. Особенно красиво они смотрятся, если, например, сочетать такой лак с каким-нибудь розовым оттенком, с желтым цветом. Вот у меня есть желтый лак, он с фиолетовым будет очень красиво смотреться. Следующий. Гранатовый браслет. Он немного в коричневую, мне кажется, будет отдавать. Такой яркий и в коричневый цвет. Вау! Кстати, такого цвета у нас еще не было. Если вот некоторые лаки повторяются, и можно все-таки да, было подобрать раньше такие оттенки, то это абсолютно новый оттенок. Черный оникс. Кстати, черный цвет тоже достаточно интересно смотрится на ногтях. Особенно если, например, сделать какую-нибудь зебру. Просто чисто черный. Можно на нем какие-нибудь рисунки рисовать. Следующий. Сладкая лакрица. Интересно, такой дымчатый цвет. Тоже люблю такие оттенки. Он всегда смотрится очень элегантно. Элегантно, красиво. И завершает такой парад лаков. Необыкновенный просто. Такой переливающийся, золотистый. Он так и называется, золотистая роза. И такой цвет, мне кажется, у нас тоже был. Да, 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 он просто классный. Его тоже можно использовать как поверх других лаков, сочных оттенков, как самостоятельный лак. Он всегда будет выигрышно смотреться. Вот такой у нас обзор получился. Как вы видите, выкраска на бумаге практически в точку соответствует тем цветам, которые представлены в каталоге. Это облегчает нашу задачу с выбором лаков, которые мы хотим для себя. Конечно, я рекомендую подбирать те цвета, которыми вы точно будете пользоваться. И также новинкой каталога номер 8 является вот такое средство, специальное корректирующее средство для лака. Оно нужно для того, чтобы убрать полосатость, какие-то неровности, если появились. То есть, если вы видите, что лак лежит не идеально, то нужно будет воспользоваться этим специальным средством. Его код 37906, и будет он стоить так же, как и лаки, всего 159 рублей. А если у вас нет скидки 20% на весь ассортимент Oriflame, просто напишите мне, я вам помогу оформить дисконт, или просто заполните заявочку под этим видео. Я с вами свяжусь и научу
как пользоваться дисконтом, как получать заказы, как их оплачивать и так далее. Итак, как же пользоваться этим средством? Нужно сделать 3 движения. После того, как вы накрасили ногти, даете лаку немного подсохнуть, и потом делаете один раз, выкрашиваете вдоль ногтей, потом поперек один раз, и третий еще раз вдоль. И тогда нам обещают, что ногти станут идеально ровными. И будет очень красиво. Надеюсь, так и будет. Я обязательно попробую, потому что иногда бывает, что лак полосит, и хочется, чтобы этого не было видно. Поэтому такая штучка, как волшебник, нам будет очень полезна. Ну что, спасибо вам огромное за внимание. Я вам желаю вкусных, классных покупок в каталоге Oriflame. Оставайтесь на нашем канале. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.